игра для всех команд начинается в 11:45. Сделайте расценку всех этих заданий и постройте свой правильный маршрут. В каком году самолет совершил без посадочных перелетов в Москве? Ух ты, елки-палки! Вагон Ванкувера. Ванкувер, это мы уже все сделали. Это научно-техническое обоснование, создание совершенно новой региональной конструкции. Правда? Ваша задача сопоставить факты людей, исторических, да, персонажей? Так, Громов. Рекорд, спортсмен. Рекорд по тяжелому жиме. То есть, условно, третий, может, и здесь должен быть, и здесь, да, правильно? Да. Правая рука вперед. Нужно попасть в ведро. Один человек запускает, один человек ловит. Ваша задача попробовать космическое питание, догадаться, что же это за вкус, почувствовать настоящий вкус космоса и понять, что же такое. Мамочки. Борщ. Правильно, 2 из 5, молодцы, давайте да, дальше. Это Пятое, это здоровье. Да, правильно. Вы подумайте на все, что это может быть. Это первое. Это рассольник? Правильно, бинго! Это вот это пенополиуретан. Теплоизоляция может потрогать. Это кафлек, тоже так же теплоизолят. Остальное сталь, огурец, бумага. Какой из них разрушится при температуре, близкой к температуре космоса? Ну, в данном случае это вот жидкий азот. Ваш ответ, давайте. Огурец? Отмечайте. Нет, отмечайте. Вот, вот это. Ну все, вот давайте два. Бумага. С ней ничего. Комплект. Сталь. С ней ничего. Огурчик. Огурчик? Да он сам даже треснул.